Всем привет! Ремонтирую стиральную машину Samsung. Этот модуль перестал включаться из-за перепада напряжения. Во время стирки было высокое напряжение, видимо, и модуль потух. По питанию здесь получается два реле, на которые подается напряжение. Вот сюда и сюда. И шим-контроллер здесь, вот он визуально целый, не взорвался. Но не факт, что он рабочий. Топ 253 PN. И здесь стабилизатор напряжения. Сейчас буду искать эту проблему. Возможно, из-за повышенного напряжения проблема есть либо в конденсаторах, и шим-контроллер. Возможно, с ним проблема. И что я еще проверил? Вот эти вот диоды, резистор. Ну и пока что все. Так что снимаю модуль и буду проверять тоже вот это реле. И покажу, в чем проблема. Итак, модуль я запустил, заменил шим-контроллер, заменил оптрон, проверил все конденсаторы. Конденсаторы живые. И сейчас подаю напряжение. Здесь получается на реле 220, и вот на вот этот разъем через предохранитель идет на диодный мост. Включаю. Вот так все работает. И сейчас немножко покажу по питанию, какое напряжение здесь в рабочем модуле. Памятка будет и для меня, и, возможно, кому-то еще поможет. Так, с диодного моста выходит вот тут 300 вольт. На шим-контроллер сюда вот приходит 300 вольт. Потом стабилизатор напряжения первая и третья ножки приходит 17 вольт. Здесь у нас 12-13 вольт. Первая, четвертая ножки. Первая, вторая. Ну что, около 2 вольт. Теперь конденсатор. Вот он, CE110. 2,3 вольта. 2,4. Ну, грубо говоря, 2,5. CE106. Вот он, конденсатор. 17 вольт. Потом CE107. Вот он, 15 вольт, CE109, здесь 10 вольт, CE901, вот он, 15 вольт, и вот CE111, здесь 6 вольт. Вот такие напряжения. По сути, на этом все. Машинку собрал. Так. Включаем. Все работает.